Вот подвернулся способ резать стеновые пластиковые панели. Вот они, заготовочки. И вот здесь резать. Посмотрел разные способы, чем резать лобзиком, болгаркой, ножом. Ну, красивее, аккуратнее всего получается ножом. Вот такой нож. Ну, если резать вот так поперек, или даже особо трудно повдоль резать ножом, то он бывает может ускользнуть, хотя и по линейке металлической делаешь. А чтобы этого не происходило, нужно воспользоваться вот ноже на первом делении, еще пока новый нож, есть вот такая вот выемка специальная, и даже можно плитку резать, как чертилка. И вот ей по линейке проводишь. Такая, скрипом несколько раз провел, а потом уже все можно резать ножом. Ножом уже по этой по линии, которая намечена, нож уже не соскальзывает. И вот теперь уже по готовому, по намеченному. Хорошо.